Всем привет! Сегодня праздник большой. Всех праздником. А праздник веры, надежды, любви и матери ихней Софьи. Очень хороший праздник. Очень нужный праздник. А у нас тут уже кто-то окопы начал выкапывать. Вот, видите? Сейчас пойду его искать. Вот одно. Один блиндаж. А вот тут уже второй блиндаж пошел. Так. Сейчас пойду искать этого партизана. Куда он вообще делся? Так, ну-ка у бабушки. У бабушки его нету. У бабушки нету. Да, Дина, все понятно. Ты охраняешь. Все, мы поняли уже, да. Так, вот тут тоже подкопы. Ага. Тоже подкопы. Вот зверюга. Зверюга вышла еще одна. Да что ли? Зверюга. Бабушка, привет. Привет. Зверюга. Зверюга. Так, где наш партизан? Блин, сколько сливы лежит, сколько сливы. Надо сливы, что ли, пособирать. Так, ладно. Сейчас партизана найдем. Так, угу. И лапки вот здесь вот были черенькие. Угу. Нормуль. Спит, лежит. Да. Скажи, мама, а не пойман, не вор? Кузя. Кузя, у тебя на хвосте куст. Ты моя зая. Подожди, не велей. Подожди, он колючий. Подожди, дай хоть сниму. Ёпаренде. Ой. А, это такой камуфляж, я поняла, Кузьма. Правильно, тоже надо. Да. Кузя, привет-привет, 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 Кузь, привет, привет, моя зайка, да, вот хвостиком. Там Дина Галиновна вышла, иди, Кузьма Иринович, да ты моя зая, не пойман, не вор, мама, да, ты еще докажи, что это я копал. Ой. Так что вот такой вам позитивчик. Мама ожила? Да, ожила. Да, и воинственно настроена. Воинственно. Всем мира, добра, любви, мозгов. Будем жить, ребята. Мы обязательно будем жить. Всех люблю, обнимаю. Пока! Тут, правда, кто-то загорать еще собрался. Ой, передумал. Выбирал, ходил лежак. И не выбрался никак. Да. А теперь решил домой. Нет, на лежаке неудобно. Он обычно на лежаках раньше спал. Все-таки дома, наверное, комфортнее спать. Кузьма, домой идем? Да? Ну, пошли. Да, улыбается. Ну, пошли. Заходи, вперед. Давай. Ой, пошли.